Привет, ребята. Обзор микрофона Tascam TM80. Фирма, как я понимаю, это японская. Сделан микрофон в Китае. Характеристики 18-миллиметровая капсула, алюминиевый корпус. Диаграмма кардиоидная, ну вперед как бы направлена вот с этой стороны, где нарисовано сердце. Сюда она направлена. То есть нужно на себя надписью направлять. В коробочке тренога. Она мне показалась мелковатой. Микрофон большой. И можно, конечно, на треногу поставить, но не очень удобная тренога. Ну, как бы на первое время сойдет. Есть кабель и держатель. Естественно, к треноге держатель для удаления вибраций, чтобы через резинки гасить вибрации, какие-то шумы со стола. По качеству вполне нормальный. Мне особо сравнивать было не с чем, но с Behringer я сравнивал. Уровень шумов чуть даже меньше рисует. Где-то там у того под 60, минус 60, у этого минус 50. По самому качеству звука у меня карта USB карта Tascam, ну обычная 366, не какая-то мега дорогая. На ней уровень я ставил одинаковый, 80%. То есть большое усиление, из-за этого уже шумы появляются. Меньше, ну не получается никак мне поставить, иначе вообще ничего не слышно. Сейчас я говорю, записываю звук камеру и на этот микрофон тоскамовский я тоже записываю. Состояние где-то 30 сантиметров. Так. То есть по качеству с Behringer примерно одно и то же. Ну, какие-то есть нюансы, маленькие отличия. Ну, на наушники у меня там около 1000 рублей стоит вот эта звуковая карта. Практически разницы не слышно. Вполне хороший звук получается. Может быть, какие-то колонки нужны, какие-то особые наушники. Я бы что-то вслушивался там, какие-то частоты низкие или высокие различил. Единственное, небольшой, по-моему, писк есть. Там что-то такое писк, не знаю, конденсаторы пищит или что там пищит. Вот, может быть, конкретно этого экземпляры. Так, ну а внешний вид. Так, особо показывать нечего. Сетка с двух сторон. Винты здесь, здесь и здесь. Три винта. На винтах видно, что откручивали, я не откручивал даже. Может быть, это на заводе сразу так китайцы закрутили. То есть качество сборки хорошее. Никаких регуляторов нету. Ничего не помято. Сеточка крупная, потом мелкая. Все аккуратно сделано. Так. Ну, в общем-то, все я описал. Я надеюсь, у меня получится приложить этот звук именно с микрофона. Вполне можете покупать. Стоит он от 3 там, до 5 тысяч. Вполне нормальный микрофон. Всем спасибо. До свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Пока, ребята.